Всем большой привет! Ну и как вы уже, наверное, догадались из названия к ролику, сегодня будем готовить новый вид шаурмы в домашних условиях. Я знаю, многие любят шаурму, но не хотят их покупать где-то на улице, потому что это просто опасно. Непонятно, какие люди готовят, какие ингредиенты добавляют. Поэтому хочу с вами поделиться рецептом, новым вкусом, новым видом. Морковь в размере 100-800 граммов я натираю на специальной терке на более мелком насадке. Морковь уже натерта. Капусту нашинковать соломкой. В одну миску отправили капусту и морковку. Теперь делаем маринад. Чайная ложка соли, чайная ложка сахара и чайная ложка приправы для морковки. Чайная ложка уксуса 6%. И добавляю масло растительное. 1 столовая ложка. И все хорошенько помешать, подавить, чтобы она дала сок. Так будет еще вкуснее. Салат готов, пусть постоит для вкуса. Мясо для шаурмы у меня куриное филе 300-800 граммов. Нарезать соломкой. На раскаленную сковородку налила масло растительное и обжариваю курицу до готовности. Добавляю соль и паприку. Добавляйте все по вкусу. Курица готова. Теперь будем готовить картошку фри. Нарезать соломкой и обжарить на раскаленном масле до готовности. Добавляйте соль по вкусу. Нарезкой помидоров, огурцов, никаких хитростей. Просто нарезать соломкой. Шаурма – это, по сути, овощной салат, смешанный со свежим пожаренным мясом, которое для удобства потребителей заворачивает в лаваш или укладывает в питу. Теперь нарезаем сыр. У меня голландский. Все ингредиенты готовы. Теперь создаем шедевр. Основа для шаурмы – это лаваш. Я беру тонкий армянский, он мягкий. В центр добавляю кетчуп и нужно размазать. Вторым слоем у нас идет майонез. Третьим слоем выкладываем салат. Четвертым слоем у нас идет картошка, затем курица. Следующим слоем у нас идет сыр, помидоры, огурцы, кетчуп и чуть-чуть майонеза. Закрываем листьем салата и заворачиваем рулетик.
Замотали шаурму, смазываем желтком, сверху посыпаем кунжутом, отправляем выпекаться минут 5-4 в разогретую духовку до 180 градусов. Видом запекания у вас получится обалденная вкусная шаурма. После этой шаурмы просто вы не захотите покупать их на улице. Я уже уверена, что вы хотите их попробовать на вкус. Обязательно пробуйте, всем понравится. Спасибо всем за просмотр, за лайки и комментарии. Всем пока-пока!